Здравствуйте, уважаемые зрители! В студии Тимофей Обухов, это проект «Союз онлайн», прямой эфир на Первом народном православном. Песни в исполнении арт-группы «Ларго» уже не первый год украшают эфир «Союза», а отдельные музыкальные композиции стали настоящими православными хитами. За это время коллектив приобрел тысячи преданных ценителей своего творчества, получил известность, признание, является желанным гостем как в России, так и за рубежом. О творческом визите «Ларго» в город на Неве расскажет наш питерский корреспондент Анна Шишминцева. Аня, тебе слово. Спасибо, Тимофей. 28 мая состоялось открытие новой сцены духовно-просветительского центра Александра Невской Лавры. На открытии выступала арт-группа «Ларго». И сегодня вечером там же состоится благотворительный концерт трио, посвященный Дню защиты детей. Обо всем по порядку поговорим с участниками группы. Здравствуйте, Христос воскресе! Воистину воскресе! Вы, можно сказать, первые открывали новую сцену. Как впечатление? Вы знаете, вначале столкнулись с небольшими сложностями техническими. Но, слава богу, все удалось устранить, отстроили звук. И, на наш взгляд, получилось достаточно комфортно и для зрителей. И, конечно же, нам на сцене было приятно находиться. Сцена потрясающая, мы довольны. Концерт посвящен Дню защиты детей. У вас будут детские песни сегодня? Нет, детских не будет, но мы постарались сделать программу концерта разнообразной. Вставили туда духовные песнопения, классическую музыку, народные песни, также эстраду советскую. Ну, будет много разных песен. Будет ли сегодня премьера, расскажите? Мы всегда стараемся зрителей удивлять, чем-то радовать. И, конечно же, сегодня не исключение, тем более это будет первый наш концерт на этой сцене, сольный концерт. И мы хотим сегодня исполнить песню на стихи и музыку митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла «Родная моя сторона». Это он написал, приехав на Кубань. Он увидел поля пшеничные прекрасные, и вот его вдохновила эта картина, он написал песню. А еще сегодня мы хотели бы поздравить Ханты-Мансийскую митрополию с днем рождения, Ханты-Мансийскую епархию. Сегодня им исполняется 8 лет процветания, успехов и помощи Божией. А всем зрителям телеканала «Союз» мы бы хотели пожелать, конечно же, крепкого здоровья, счастья и многое, благое лето. Намногое благое лето дарует Бог вам ясного неба, счастья и мира. Мы вам желаем от Господа Бога нашего. Намногое, многое, многое лето, да намногое, многое, да намногое лето. Приходите на наш концерт сегодня вечером в 19:00. Новая сцена Святодуховская. Это была арт-группа «Ларго». Тимофей. Аня, спасибо за эту возможность общения, за этот импровизированный концерт, выступление. Обязательно передай ребятам наши приветы и наилучшие пожелания. Друзья, на этом время нашего прямого эфира подошло к концу. Благодарю вас за внимание. До встречи на Первом православном.